Вот, мы заходим на территорию парка Дома офицеров. И сейчас здесь посмотрим. Летом здесь, конечно, кипит жизнь. Тут вот, видимо, сделали для молодоженов вот такой заборчик, чтобы они в знак верности вешали замки. Беседка. Тут площадка для мини-футбола с искусственным покрытием. Катер береговой охраны. Ну, там тоже беседки, детские аттракционы. Но я сейчас пройду вот в эту сторону, потому что я вижу там вот беседка. Ее такая вот исторически была беседка. Сейчас посмотрим, как она выглядит. Собаки бегают. Так, еще детская площадка. Тоже с мягким покрытием. Здесь мангал, летнее кафе. Тут можно посидеть, поесть шашлыков. Да, вот беседка в саду имени Жуковского. Раньше этот сад назывался садом Жуковского. И вот восстановили, смотрите, восстановили вот такую историческую беседку. Вот. И российский флаг. Ну, еще лежит снег. Там колесо обозрения. Такое невысокое. Потому что я сейчас вспоминаю, какое в Анапе колесище. Так, это вот фотографии. Интересная фотография. Я вижу даже вот фуражки. Может быть, даже это казак. Там офицеры вот. Угу. Буддийский культ. Здесь был еще датсан стоял, он потом сгорел. Самолет. Там вот фонтан. Фонтан. Там скульптура стоит. Женщина такая. Без весла, но с кувшином. Ну, вот это вот в этих сайдинги, это тут, видимо, памятники от вандалов таким образом защищают. Еще одна беседка, и там тоже еще одна. Там тоже вон еще такая же беседка. Красивые беседки, ничего не скажешь. Мосток вот сделан. Ну да, все памятники скрыты. Вот там вот мосточек делают. Тоже к беседке он ведет. Я бы сказал, что неплохой парк, если за ним хорошо ухаживать, озеленять, то это, конечно, украшение города. Тут памятник коту. Коту-бегемоту иногда называют. Вот он сидит на лавочке. Ну, его тоже тут вот. Там батут. Сегодня
минус где-то 9 градусов, что ли, вот так температура. Ну, солнце, вот оно, солнце, конечно, спасает. И здесь выставка под открытым небом, техника, бронетранспортеры, пушки, гаубицы, это памятник погибшим в Афганистане, и там вот есть младший сержант полуполтинных ВВ. Парк культуры и отдыха Дома офицеров Забайкальского края. Вот сейчас так он называется. Зенитная пушка. Ух, так как там учительница кричит на детей. Ну вот, друзья, побывали мы с вами в парке культуры и отдыха Дома офицеров Забайкальского края и выходим из него. Вот распечатка фотографий.